Добрый день, уважаемые подписчики моего канала, с вами Руслан Михайлов, политобозреватель. Но мимо такой новости я пройти не мог. Наш действующий президент и любящий глава государства подписал закон об ограничении использованных смартфонов в школах. Только что появилась такая новость в новостях. Я раньше уже знал, что это будет приниматься, просто ждал, когда это случится. Давайте зачитаем эту новость, потом скажу свое личное мнение по этому поводу. Вот пишет ссылка на ТАСС, в описании видеоролика будет приложена обязательно ссылочка. Переходим, читаем. Сейчас со мной. Путин подписал закон об ограничении использования смартфонов на уроках в школах. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий запрет на использование школьниками мобильных телефонов на уроках. Вот перед вами скриншот, источник ТАСС. Я полностью согласен с действующим президентом в связи с этим законом, но я всегда люблю говорить: Владимир Путин, введите также запреты в Государственную Думу, во все федерации власти, тоже не использование телефонов, чтобы они, когда работали, не отвлекались и чиновники. Ну, вот так вот. Если вы запретили школьникам, запретите и своим чиновникам. Вот так вот. А вообще, теперь перейдем ко второй стадии. Что я на эту тему думаю? Закон хороший, я его поддерживаю, но на уроках действительно школьнику не нужно отвлекаться от своих обязанностей. У школьника какая обязанность? Учиться. Когда я учился в школе никаких мобильных телефонов не было, вообще тогда телефонов не было. Ничего, я хорошее образование получил. Это первый шаг улучшения нашего образования. Это только первый шаг. Это, можно сказать, Путин навел порядок перед выборами, чтобы перебраться на следующий срок. Он ввел, как бы сказать, палка на двух концах. И уверен, многим родителям не понравится этот закон, потому что они уже приучены давать своим детишкам телефончик и все остальное. Я как понимаю, из этого закона ученик может приходить в школу с телефоном, но просто во время уроков пользоваться не может, а будет пользоваться только во время перерыва. Кстати, я своей дочке тоже даю телефон, она ходит, но я ей категорично запрещаю во время уроков пользоваться. Там, где она учится, там у них дисциплина в этой школе, в гимназии, она там пользуется уроком, ну, только во время, когда им разрешают. Поэтому, как в других школах, я не знаю. Ну, я уже наслышан от многих родителей с разных школ, мои знакомые. Они тоже хотят, чтобы им ограничили, но чтобы совсем телефоны не отбирали. Это неплохо. Надо и самих родителей воспитывать, не только детишек, и самих родителей. Потому что эти дети рождены в основном от родителей 90-х годов, которых их родители толком не учили, некогда было. Общество больное у нас, к сожалению, с 90-х годов, и общество надо лечить. Вот так вот. Ну что, идем дальше. Что еще могу дальше сказать? Это неплохо, первый шаг. Путин наводит порядок в школе. Но самое главное Путин не сделал. Отмени ЕГЭ, Владимир Владимирович. Вот это был бы праздник. Для меня и для всех детишек, и для родителей. Многие, я почти с кем только не общался, многие родители не хотят это ЕГЭ, ОГЭ. Отмените вот это издевательство над учениками. Отмените. Вы сами-то учились, и не было ЕГЭ. И хорошее образование получили. ЕГЭ отупляет мозг детишек. Он не дает им развиваться. Не дает. Это угадайка, баба-яга, неизвестно что. Поэтому это вообще иностранная технология. Мы это знаем. Я на эту тему Богдасарена брал интервью. Он вообще говорит, что это в основном мы брали аналог иностранщины, ну, вот это болонскую систему, чтобы дети чиновников, да-да, Владимир Путин, чтобы ваши помощники и своих детишек отправляли за бугор, там получали образование, там потом могли быстрее переобучиться и работать. Вот для чего мы вводили это ЕГЭ. Но ЕГЭ все признают профессионала, с кем я только не общался. ЕГЭ действительно ничего хорошего для нашего образования не дало. В Советском Союзе мы первые места занимали по образованию. Сейчас мы занимаем чуть ли не последнее место. Вот так вот. Поэтому, извините, наше образование надо поднимать. А чтобы поднимать образование, надо не только запрещать смартфоны на уроках, но надо, самое главное, не с этого начинать, откуда вы начали, а запрет ЕГЭ.
запретить везде. Это можно сделать за один вот так вот и отключить. Я не знаю, почему вы не отменяете. То, что вы недавно немножко изменили в системе высшего образования, но это мелочь. Отмените в школах, в начальных классах вот это тестирование. Отмените, оно не нужно. Вот в этом плане я критикую Владимира Путина. То, что Путин пока не будет значимое изменение нашей страны. А то, что он подписал закон об ограничении использования смартфонов на уроках, наше образование этим не улучшит. Просто немножко скорректировал поведение учеников. Вот и все. А самое важное-то не отменил. Вот что самое интересное. Вот с этим законом я с вами поделился свое личное мнение. Я сказал, что я по этому поводу думаю. Подписываемся на мой YouTube-канал, на Дзен-канал. Ставим лайкосики, комментарии приветствуются. Пока-пока.